Друзья, всем привет, с вами Капанда, играем мой любимый Roblox Tower Battles вместе с подписчиками. Так, давайте быстренько воткнем ферму, как обычно. Апнем ее. Опа, я, вот это будет мой край. Здесь возле этого какого-то озера небольшого. Так, воткнул я ферму, апнул ее сразу на второй левел. И теперь глянем, что у нас тут, против кого мы как играем. Играем мы в команде красных. Понятно. И играем против команды синих. Короче, всем, друзья, привет. Давайте глянем там, что у них есть. Тот уровень к ним залезем. И так. Можно было, кстати, тут, наверное, забежать. Но залезем с этой стороны. И посмотрим, что там у них есть. У них, наверное, тоже ферма есть, да? Так, я пока ничего не вижу. Товарищи, что у вас тут есть? Товарищи, всем, во-первых, привет. Ага, все, вижу снайпер. У них есть снайпер. Так. И больше пока я ничего не вижу у них, да? Больше пока ничего не вижу. Надеюсь, они не АФКши. Так, никто у нас не вылетел. Нет, у нас никто не вылетел. Все нормуль. Короче, играет команда красных против команды синих. Все, побежал я домой. Я могу уже, кстати, поставить джипарей. Эть, давай залазь. Попецы поднимай. Так. Все, прыгаем и ставим джипарика. Где моя ферма? Я уже запутался. Вот моя ферма. И ставим тут рядом джип. И апаем его. О, как раз 380. 0 осталось жизней. Вообще клево все. Так, все. Джип у нас второго уровня. У него уже 60 жизней. Где он, кстати? Где мой джип? А, я его не успел апнуть. Он выехал старый. Сейчас он новый поедет, уже будет 60. Так, еще я хочу в этой катке затестить самолет. Я купил самолет. Еще ни разу им не играл. Нужно будет глянуть, посмотреть его. Затестить юнит. Я же всех скупил полностью. Всех. Все юниты скупил. И купил пятый слот. Сейчас мне даже покупать пока нечего. Кредиты просто так валяются. Ну, будем ждать. Может, следующая обнова какая-нибудь будет прикольная. Каких новых еще юнитов ведут. Так, ладно. У нас есть две фермы. Два джипа. И кто это? Это у нас обычные скауты, да? Все, пускай стреляют. Но зачем их сюда ставить? Их нужно куда-то ставить, чтобы как можно больше было радиус. Ну, куда-то в центр. Но хотя мы, наверное, даже нет. В центре мы оставим места для более сильных юнитов. Думаю, примерно как-то так. Так, налейку хватает, налейку не хватает. Нужно 550, чтобы она приносила по 200. Сейчас она приносит по 100. Давайте, мне еще нужно 70. Примерно 70-72 монетки еще нужно, чтобы осталось. Опа, леечка готова. Все, лейку покупаем. И копим 1000. Но надо копить сейчас, фармить очень аккуратно, для того, чтобы посмотреть, затащим мы волну или нет. Если будем видеть, что не к ним затаскивать, тогда придется поставить еще одного джипаря. Еще одного джипа и апнуть его. Ну-ка, я отсюда туда перепрыгну, интересно. Нет, отсюда я туда не перепрыгну. Но можно сокращать путь, наверх залазить вот так вот. Оп. Не всегда, конечно, получается. Давай, залазь, медведь. Все от того, что кто-то слишком много ест, да? Все, нормуль, запрыгнули. Так, глянем, что там у соседей творится. 495 у меня. Так, все, у них есть, вижу, фермы. Это хорошо. Так, круто, еще две фермы. Уже 4 фермы у них. Снайпер стоит. Гранатометчик. Это не просто гранатчик. И с дробовиком, чувак, шотганер. Понятно. Ну что, нормуль, думаю, будет интересно. Так, я хотел апнуть ферму, но на ферму мне не хватает. И надо посмотреть, глянуть, как у нас тут вообще все пойдет. Если пойдет все не по плану, то я поставлю еще одного джипа. Потому что на восьмой волне у нас уже идет первый босс, 180 жизней. Нужно нам, главное, тут не прошляпить всю эту ситуацию. Так, мне не хватает 250, 245 конкретно. До апа четвертого уровня нашей фермы. Ага. Ну, пока вроде все нормально. Сколько у него, кстати, жизней? О, да он же полный идет. Так, нужно смотреть внимательно очень. У нас сколько всего джипов? Две штуки, что ли? Два джипа с ним. Хотя, может быть, исправится то, что здесь карта прикольная. Она такая очень длинная. Очень длинная, с кучей загогулин всяких. Поэтому они будут идти очень долго. У нас успеют они зафанить. Сколько у него осталось жизней? А, ну все. А, добьет его. Есть. Все, мы его добили. Отлично. Отлично. Теперь, наверное, будем ставить вторую ферму, я думаю, да? Надо будет нам поставить вторую ферму и также ее вкачать до четвертого левела.
Потому что если я хочу потом и поставить зедов, зед, чтобы апнуть зеда на 5 уровень, нужно 56 тысяч. Это очень много. Поэтому нам нужно будет много ферм. Я, наверное, остановлюсь на... Ну, не знаю. На 5, наверное, фермах. Думаю, 5 ферм мне хватит. Так, вторую ферму апаем. И не хватает нам на лейку. Не хватает 550, а у нас 385. Пока не хватает. Вау-вау-вау-вау. Сейчас уже будет сложно. Идут вот эти медленные. У них дофига жизней, по 16 штук. Самое главное, потому что их еще и большая. Большое количество их идет. Так, давайте-ка я поставлю еще одного джипа. Потому что хватит уже фармить нам. Так, так, так. У меня 4 уровня и 2 нормуль. И апну джип, чтобы было 60 у него жизней. И теперь буду уже налейку копить. Перена как-то так. Нет, этих мы сейчас задавим. Нормально. Здесь у нас уже идут 2 босса. Мамочки. Ну тут скауты. Поскольку они, кстати, по единичке что ли отнимают? Я уже маленечко не помню. Я ими давно не играл. Не первыми самими юнитами. Все, заставили как-то. Ребята, конечно, странно. Сюда поставили. Ну да ладно. Так, я сейчас хочу апнуть лейку и сбегать, глянуть там, как у соседей дела. Хотя, блин, тут сейчас опасно бежать. У нас идут 2 босса. Так, 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 на лейку хватает. На лейку мы купили, но мне нужно на сад. 1000. Не хватает 150. 147 еще монет надо. Так, маленечко сейчас докопим. Парочку в коленки врезаются. Пару джипов. 120 это будет все равно не хватит. Даже 2 джипа, если врежутся, нам не хватит. Та-та-та-та-та-та. Надо 3 джипа подождать. Пока 3 джипа пройдут. О, все, за 1000 апнули. Нормуль. Теперь надо будет глядеть. Либо я поставлю еще одного патруля, либо буду апать фермы. Нужно тут самое главное сейчас не прошляпить ситуацию. Так, сколько у него жизни? 150. Ему идти еще полпути. Не, думаю, нормально. Думаю, нормально должны. Должны мы ее зачистить, эту волну. Ставим еще одну ферму. Ой, нет, патруля я хотел делать. Патруля, да, я поставил на всякий случай. И ферму теперь ставим. Так, 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 так. Куда? Вот сюда, с этой стороны, чтобы были, чтобы не путались наши фермы. Все. Так как я поставил третий патруль, еще один, теперь я более-менее уже спокоен. Я хочу глянуть, что там у соседей у нас творится. Пошлите, глянем. Банда за мной. Вон, банда бежит. Ха-ха. Всем привет еще разок. Так, глянем, что там у них. Так, у них 3 фермы. Одна... Нет, на 3 уровень, на 4 не вижу пока. Так, здесь еще 3 фермы. О, уже миниганчик есть. Вот миниганчика правильно поставили. Именно сюда, в центр. Чтобы он как можно больше закрывал этих загогулин. Все дорожки, чтобы были прикрыты. Все они, чтобы попадали в радиус обзора его. Если поставить сюда, он только вот так половину будет закрывать. Это будет неправильно. А вот в центр, вот здесь нужно всех сосредотачивать. И вот здесь. Ну, потом уже где-то вот это место заставлять. Примерно как-то так. Ладно, пошли домой. У нас уже почти хватает на ферму. За 1000, да? Да, почти осталось. Ну, полтинник, грубо говоря. Было там 100 с копейками, теперь 50 осталось. Так, джипы едут, все стреляют. И у нас идет здесь некромантер. У него 200 жизней, и он поднимает зомбаков. Вот эти крутые чуваки его расстреливают. Бенч, бенч, бенч. Пока все нормально. О-о-о-о-о, уже могу купить за 1000. И могу еще одну апнуть, да? Так, ой, тихо, подождите, у нас здесь идут 2 босса. Кем мы его бить-то будем, а? У нас атакующая сила, это джипы, что ли, и все, пока у нас никого нету. У нас получается 4 джипа. 4 джипами тут будет очень тяжело. Я вам скажу по секрету, всему свету. Что может купить, попробовать эту штуку? Куда она ставится-то? Так, куда? Где-нибудь вот сюда. О, самолет полетел, первый раз самолет. За 400 давайте бомбочки ему купим. А сколько, интересно, он снимает? А, вон, я вижу его повреждения. А, ничего себе, нормально, уже 140 он снял. Ну-ка, давайте за 1100. Кстати, да, я его хочу проапать сейчас, чтобы затестить. Моя самая главная цель тут не затащить, а максимально затестить вот этого кукурузника. О, уже он такой прикольный, был красный, стал такой вот темно-синий. Прикольно, прикольно. Ну, так, нам нужно и фермы не забывать тапать. Без фермы никуда. Потому что Z будет очень дорогой, фермы нам обязательно нужны. Так, 4 уровень, давайте еще возьмем ферму. Прапаем ее до 3 уровня, на 4 пока не хватает. Уже почти, сейчас скоро будет и 4. О, у нас есть миниганчик, все, это очень хорошо.
Все, этого босса мы завалили. Этого тоже завалим. И тут 120. Но если что, джипы помогут. Нормально. Так, раз, апаем, два, апаем. И еще одну ферму воткнем. Пятую, последнюю. Втыкаем последнюю ферму. Маленько нам не хватает на четвертый уровень. Потом уже пойду на пятый. Так. И будем потом апать нашего авиатора. Хочу посмотреть, как они будут выглядеть и сколько будут сносить. Ну-ка, сколько он уже нам снес? Уже 400 снес. Нормально. О, потом вот такой будет. Rapid Fire. Прикольно, прикольно. Так, а у нас босс пойдет, по-моему, на этой волне. Да, кстати, на 17-й волне вот идет босс. Уже второго уровня. У него 1600 жизней. Это будет больно. Так, вот сейчас надо подумать. Либо ферму 4000 мне копить, либо, может быть, купить Зеда все-таки первого. Сейчас мы посмотрим, как у нас здесь будут дела. Кстати, я пока ферму апать не буду. Потому что у нас идет и некромансер, идет два босса первого уровня и босс второго уровня, который 1600. Это очень дофига. Надо будет сейчас самое главное тут внимательно быть. Потому что скауты эти, они в основном никакого урона не наносят. У нас джипы в основном только сейчас наносят. Самолет мой и миниганчик. Миниганчик хорошо, кстати, нахлобучивает. Так, 1600 у него, 1400. Так, а мы уже нашим самолетом 627 нанесли. Так, давайте сверху глянем, где у них босс идет. Сколько у них жизней. Я смогу так нет посмотреть. Эть, носом уткнулся. Так, у них 1200 жизней, а у нас... А у нас... В квартире газ. А у нас 900. Ну, в принципе, одинаково мы идем. В принципе, практически одинаково. Плюс-минус там где-то сотка, это ничего не значит. Пока мы как бы в равень. Так, я сейчас, кстати, могу уже апнуть ферму за 1000, кстати, блин, надо было давно ее апнуть, забыл. И все, у меня их 5 штук, да, 1, 2, 3, 4, 5, все мои, все 4 уровня. Теперь я буду копить 4000 на ап фермы, на 5 ап. Так, сколько жизни у него осталось? 500. О, у нас уже все, миниганчик 4 уровня с двумя шестистволками. Нормально, теперь я уже чувствую себя более уверенно. Можно будет пофармить. Мы сейчас, нам, наша главная задача апнуть все фермы на 5 уровень. И после этого уже можно будет Зеда вставить и апать наш самолет. И так далее. Все, босса вольнули, а они? Они босса тоже, да, вольнули? Да, тоже вольнули. Все нормально, я говорю, мы где-то идем примерно одинаково. Так, апаем нашу ферму. Все, ферма у нас теперь 5 уровня, приносит по 1500. Миниганчик хорошо нахлобучит. Вот товарищ стоит, давай, давай, нажигай. Клево он стал. Вообще, у него после обновления мы такие еще штуки какие-то сделали. Броню типа такую. Металлическую. Так, боссы тают у нас. Боссы вообще плавятся под огнем. Еще он и видит этих невидимых. Прикольно. Так, давайте, может, к соседям сбегаем. Я только сейчас на ферму нажму. Оп. И побежали, сходим. Так, самолет. О, у нас еще один самолет появился. У нас, оказывается, два самолета есть. Ну, точнее, у меня есть и еще у моего соседа. Это прикольно. Так, ферму можно апнуть. И я смогу отсюда ее навести. Так, 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 так. Ферма, ферма, ферма. Ну, иди сюда. Есть, вот я на ферму навел. Еще, чтобы пока я там буду. Если не будет у меня куча денег. Еще 2000, кстати, осталось, чтобы можно было апнуть. Так, у них тоже есть миниганчики. Три штуки уже стоит. Опять с дробовичком, чувак. Так, гранатчик с дробовиком. Апаем ферму. И куча ферм у них. О, у них вообще куча ферм, они расплодились-то вообще. И два снайперецких, три. Три снайпера, четыре даже, четыре снайпера стоит, обалдеть. Но самое главное, что у них есть миниганчики, миниганчики тащат. Так, ладно, побежали домой. Сколько у меня там ферм-то уже апнуты? По-моему, две или три. У меня три фермы апнуты на последний уровень, на пятый. Так, надо глянуть, как у нас тут дела идут. Все нормуль, под контролем. У нас два босса идут. Так, может быть, надо как-то глянуть. Все-таки, может, Зеда первого поставить? Сейчас глянем. 9000, да, давайте я поставлю первого Зеда. А поставим мы куда? Поставим мы где-нибудь его снизу, вот сюда. Пускай тут внизу стоит. Где он, красавец наш? Вот, Зед поехал. Все, Зед поехал. И теперь я уже точно буду копить на ферму 5 уровня. 4000, о, уже почти накопилось. Давай, моя хорошая, давай. Осталось 600 еще. 609. Так, босс невидимый у нас идет. Босса нажигаем, это хорошо. У нас хорошо нажигает наш
Зет, но он не видит боссов-то. А, не-не-не, он сейчас воткнется в него. Нет, у него хоть, хорошо, хоть жизни останутся. Все, у него осталось 130 жизней. И тут он нажигает нормуль. Так, воу-воу-воу, раз ферму купили. И сразу я могу купить вторую ферму. Все, с фермами покончено на сегодня. Точнее, на эту катку. Давайте, теперь я хочу проапать максимально нашего авиатора. 2200, бенчик. Все, и последний уровень. О, нифига себе, смотрите, какой самолет появился. Прикольно. И 9200 стоит. Space Fighter. Космический какой-то боец. Вау-вау-вау-вау, прикольно. Это, короче, вот этот радиус, где он может бомбить. Да, у нас получается. Он гонки, бомбы скидывает. Нормально он нажигает, смотрите. 1700 уже нажег. Так, у нас Z опять воткнулся, но он свое дело сделал. Он срубил им. О, 200 осталось. Ну-ка, у соседей сколько у вас? Босс идет у них. Сколько жизней? Не вижу. Сколько жизней у босса там? 1600. О, у них что-то там вообще. Еще куча у них жизней, а у нас... А, это же второй, точно. У нас примерно чуть-чуть поменьше, нормуль. Ну что, за 9000, все, максимально я апнул. Вау-вау-вау-вау, у нас появился такой, получается, истребитель, да? Прикольно он, смотрите, да? Бомбы скидывает, уже по 2 кидает. Прикольно. Первый раз я, кстати, апнул на последний уровень, а именно авиатора. Пускай, пускай нахлобучивает товарищ. Сколько он уже снял? 3000, обалдеть. Хорошо, он, кстати, снимает. 3000 уже снял. Так, фермы у нас есть. Джипы мы продадим. Они нам не нужны, потом будут. И будем ставить зедов. Но прежде чем ставить зедов, давайте я поставлю куда-нибудь... Так, 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 чтобы нам зеды, самое главное, захватились. И авиаторы наши. Вот сюда я поставлю командира, его апну. Все, теперь они два раза больше у них радиус обзора будет. И больше, чаще они будут, ну, как бы перезарядка у них больше идет. А у зедов чаще они спавнятся. Они же зеды захватывают, да, зеды захватывают. Так, давайте поставим еще одного зеда. Вот прямо вот сюда в уголок, чтобы никто не уволок. Все, у нас командиры хапает, все нормуль. Ой, еще могу зеда поставить, давайте поставим еще одного. Вот так вот прям аккуратненько, прям рядышком. Чтобы все влезли, да. Так, глянем, что у соседей там творится. Пока у нас все нормуль, все в огонь. Все в ажуре. Глянем, что там творится. 25-я волна уже у нас идет. Обалдешки, какешки. Так, что там, товарищи, как у вас дела? Ферму, целый лес тут. Они, короче, за благоустройство. Восстанавливают лес, наверное. Так, и ферма у них, вижу, уже 5 уровня. Хорошо, куча снайперов наверху стоит. Миниганчиков 3 штуки. Но они все 4 уровня. Даже вот этот еще 3-го. Эти 2 4-го. Так, так, так. Ну что, нормально. Они тоже пока тут всех нахлобу. А, кого нормально? Вон у них уже боссы проходят. Эй, ребята. Ну-ка, булки напрягли. Ну, мне надо тоже еще домой сбегать. Глянуть, как там у нас что идет. Эть, наверх, наверх, наверх. Так, и... Давайте еще зедов поставим. Даже 2 штуки могу поставить. Так, мне самое главное, чтобы апал... Этот, наш командир их апал. И чтобы они к нему как бы были у него в этом, в радиусе. Все, нормуль. Они все 5 штук у нас, 5 зедов. И авиатор есть у нас. Самое главное, я затестил авиатора. Давайте глянем, что-то я переживаю за соседей. Глянем, как у них там дела. У них шли там 2 босса. У них шли 2 босса. Второго уровня, у которого по 1200. Ой, по 1600 жизней. Но у них, по-моему, кроме миниганчиков особо там никого нет. Где они проходят-то, нет? Нет, все нормуль, здесь нормуль. А вот здесь-то не нормуль, здесь они идут хорошо. Эти-то пока еще далеко идут. Да, эти далеко идут. Тут еще тоже босс идет первого уровня. Самое главное, вот этих шустряков завалили. Все, нормуль, они завалили. Сейчас некромантера завалили. И теперь боссов. Все, нормуль, зря переживал. Все хорошо у них все под контролем. И у них куча ферм еще. Давайте, ребята, давайте. Булки напрягайте. Так, может поставить еще одного авиатора для прикола? Не, пускай пока будет один. Он прикольный, мне нравится, он нахлобучивает наш самолет. Прикольно он, кстати, выглядит вообще. На 5-м левеле. Вот истребитель, короче. Стелс-истребитель. Ладно, будем потихоньку апать зедов наших. Раз, два и три. Все, 3 зеда мы апнули, все нормуль. А, кстати, я же могу продать еще свои эти джипарей. И воткнуть еще кого-нибудь. Давайте, наверное, я тогда на сдачу понавтыкаю этих... еще авиаторов, наверное, самолетов, да?
Но для начала я хочу попробовать апнуть на максимально Z на 5 уровень. 56 тысяч стоит, обалдеть. Ну, дорого, конечно, да. Поэтому нам куча ферм и надо. Куча ферм. Так, Z едут. Все пока нормально. Что-то они тут одновременно выехали. Вон двойной какой. Где они сейчас выйдут? Двойные братья-акробаты. Так. Может мне еще, кстати, командира потом проапать? Но я его потом проапаю, попозже. Но он хорошо апает. На 20% радиус обзора и на 20% скорость перезарядки. Либо спауна. Вот они, два наши брата-акробата внесели. Какой-то троллейбус получился. Куча таких шестистволок там. Прикольно. Так, что там у соседей? Вот так вот глянем. Так. Опять идут два босса. Да. В районе 1000 у них жизни, короче, осталось. Нормально, справится, я надеюсь. Так, ну чё, 56 тысяч нужно накопить, обалдешки. 56 тысяч это очень много. Они даже не успевают вылазить. Они не успевают даже вылазить, это хорошо. Так, знаете, что я хочу? Я хочу продать свои вот эти джипы. Всех их продаем. Продаем. И я поставлю авиаторов побольше. Так, авиатора вот. Не, я хочу... Надо их поставить так, чтобы максимально их апал наш этот командир. Так, сюда авиатора. Так. Вот сюда авиатора. Вот сюда. Короче, мы сейчас все, у нас здесь будут посадочные полосы. Все, у меня 15 уже ограничения. 15 товеров я уже поставил. 15 башен больше не дает на плейс поставить. О, у нас даже есть уже у товарища танки. Танки это тоже хорошо. Все, прикольно, надо накопить 56 тысяч. Теперь на 5 уровня Z. 56 тысяч. Ну, осталось еще 23. Нормуль. Давайте сбегаем к соседям. Сбегаем к соседям. Быстренько глянем, как дела у них. У нас вроде тут пока все нормуль. Вау, уже 30-я волна пошла. Так быстро, что-то я даже не заметил. 30-я волна, обалдешки. Так, у них, да у них тут тоже все нормально, куча стоит миниганчиков 4 уровня, 5 штук. Но нужно хотя бы одного апнуть им на, по-моему, 8800 стоит на 5 левел. Так, нормуль, так, 1200, а кто у них там? А, вон еще один ползет, все, босса не увидел. Так, два босса 2 уровня, не, нормально. Капец, у них ферм просто жесть. Гораздо больше, чем у нас. Но нам пока хватает тоже. Давайте вот так вот глянем. Так, у них один босс остался, а у нас... А у нас никого не осталось, мы всех уже затоптали, да? У нас там куча самолетов, он летает. Все, и у них тоже, они чуть-чуть отстают, кстати, не намного. Чуть-чуть пораньше мы боссов завалили. А, вот они, красавцы, мои подписчики. Так, 43 тысячи, а надо 56. Короче, еще 10 тысяч. 10 тысяч. Так, сколько у нас уже Z, кстати, настрелял? На 18 тысяч. А сколько у нас настрелял наш авиатор? Где он максимально уровня у нас? Вот он. 6 тысяч уже настрелял. Ну, не сильно много, кстати, но нормально. Но Z, давай, 5 уровня. Осталось 5 тысячонок. Чуть-чуть. И здесь у нас уже идет куча боссов. Мамочки, не горюй. Третьи боссы по 3200, у которых жизней. Давай. Чуть-чуть осталось. Z. Где мой Z-дик? Z-дик 5 левела. Давай, 500 осталось. Чуть-чуть. Ну, 300. 200. Наконец-то. Ну. Апайся давай, мой хороший. Все, апнулись. Вот он такой стал. Черный у нас ангар. И где у нас? Вот он, Z. Вау, красавец. Нахлобучивает. А, там уже еще под ним его брат. Братка. Короче, здесь два брата идут. Один 5 левела, а второй 1. Из этого они какие-то двойные, смотрите. Прикольные, да? Радиус обзора там, конечно, большой у него. Он полкарту он закрывает сразу. Ладно, пускай нахлобучивает. Давайте тогда еще других Z-ов апнем. 1, 2, 3, 4. Все, на 5 не хватает. Даже на 4 левел не хватает. Хайденов задавим, так? Так, задавим, нормально. Давайте глянем, что там у них творится.
Можно, кстати, тут залазить все время, я забываю. Я все время залазю там, через дальний путь. Так, так, так. На четвертый левел АПМЗ, да. И глядим, что у них тут. Нифига себе, сколько у них снайперов. Здесь снайпера, там снайпера, куча миниганчиков. И, кстати, опять ни одного миниганчика нет почему-то у них на пятый уровень. Нужно его срочно лучше одного на пятый уровень, чем куча вот этих на четвертый. Потому что идут боссы. А у нас какая? 33-я волна уже, обалдеть. Не, одними миниганчиками тяжело будет очень затащить, я сразу говорю. Нужна хотя бы рельса, либо файзер. Потому что боссы вот эти, они очень толстые. Нет, нормально, вот этого они сейчас завалят. И останутся у них Хайден. Они тоже практически все полные. Ну что, они убили его? Так, они его убили, и тут остались еще Хайдены. Кстати, могут сейчас дойти ребята. Смотрите, осталось чуть-чуть. Все нормально, убили. А у этого осталось 200 тоже. Потому что хорошо, у них обзор как бы высокий. Так, идут куча боссов второго уровня. Но это не, они не особо сильные. А вот эти вот шустряки третьего уровня, будет тяжело их завалить. Так, а как у нас там дела вообще обстоят? Так. А мы практически тут все зачистили, да? Мы, по крайней мере, зачистили уже третьего уровня боссов. Да, идут они вот эти второго уровня только. А, нет, вон еще тоже третьего идут. Обалдеть. Ну, это вот эти, которые. Короче, мне кажется, вот эти сейчас добегут, товарищи. Они могут не успеть на 33-й волне. На 33-й волне могут не успеть. Давайте защищайтесь. Булки напрягли быстро все. Не, это уже все. Это бесполезняк. Короче, ГГ. Хорошая игра, мне понравилась. Было прикольно. Я затестил, самое главное, авиаторов своих. Авиаторов кучу поставил, из этого посмотрел, как они действуют. В принципе, ничего, но я думаю, особо их не буду брать. Все равно, самые три основные ударные мощи, которые самые юниты, это Zed, Файзер и Риоганнер. Все остальное так, служит только для того, чтобы на них накопить, до них дойти. Потому что никакие танки, никакие миниганчики против Войда на 38-й волне просто не спасут. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Капанда. Увидимся в следующих видосах.